Привет, друзья! Это Денис. Канал «Кратко про Албанию». У нас в Албании есть друзья-зоопарк. Это важно, если вы приезжаете с детьми. Детки обычно любят всяких животных. Вот можете посмотреть за мной. Кстати, очень удобный зоопарк с подземной парковкой, с парковкой для велосипедов. Можете посмотреть. В достаточно современном таком стиле сделанный. Вот. По поводу билетов. Вот нам тут дали пару билетов. 300 леков стоит взрослый и 200 леков стоит детский. Идем. При входе в парк есть вот такой вот медведь, да. Есть даже карта этого зоопарка. Что интересно, что да, детские площадки тоже есть. Друзья, что интересно, что сам зоопарк очень ухоженный. То есть он сделал как такая красивая прогулочная зона, там с цветами, с клумбами, с какими-то насаждениями. То есть видно, что о зоопарке заботятся. Что мне понравилось, то что достаточно просторные вольеры, да, вот такие вот большие. То есть звери, птицы, они не зажаты там в 3-4 метрах и в плохом состоянии. А наоборот, они холеные какие-то, довольные. Да. То есть вот это вот клетка с хищными птицами. Я помню в детстве, когда ходил по зоопаркам, мне было всегда жалко животных, ну, что они какие-то несчастные, с плохой шерстью, какие-то такие в грязных в этих клетках, вольерах, а тут такого нету. То есть зверюшки наоборот ухоженные, какие-то толстые, холеные и жалости не вызывают, друзья, совершенно. Вольер вот с такими редкими животными, можете посмотреть. Правда, почему-то к ним не пускают. Сам зоопарк это не самое популярное место, то есть вот сегодня воскресенье, мы сюда приехали, людей достаточно мало, то есть довольно просторно, никто не толкается, и это совершенно замечательно, то есть здесь досуг можно провести очень хорошо, но по понедельникам он не работает. Сам парк, он достаточно хорошо оснащен, то есть он безопасный, в общем-то придраться не к чему, и он обеспечен всем необходимым для семейного отдыха, то есть бары, всякие ресторанчики, детские площадки, горки, скамеечки, то есть совершенно комфортно, друзья. Вот вы двух львов здесь видите? Нет? А они есть. Вот тоже замечательное животное, очень такое вальяжное, большое. Супер. Здесь, конечно, не самое большое разнообразие флоры и фауны. Да я думаю, это даже не так важно. Важно, что можно увлекательно и комфортно, безопасно провести свой досуг вместе с семьей здесь, в зоопарке. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк и успехов!